11 сентября около 10:50 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчеванской автономной республики, были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия подразделениями вооруженных сил Армении, дислоцированными на противоположных позициях. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении. Напомним, что 4 и 5 сентября вооруженные силы Армении также подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ордубадского района Нахчеванской автономной республики и в направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района. Наши подразделения приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.